Дед Мороз со Снегурочкой заглянули в детские отделения городской и районной больниц. Сказочные герои поздравили маленьких пациентов Туапсинского района с наступающим Новым годом и пожелали скорейшего выздоровления. Подробности далее. Я хотел бы вам сейчас показать настоящее новогоднее чудо. Новогодняя сказка в больничных палатах. Уже несколько лет главный волшебник наступающего года приходит к мальчишкам и девчонкам в больнице Туапсинского района. В этом году праздник детям вновь дарят педагоги Всероссийского детского центра «Орленок». Это добрая, очень душевная, правильная, замечательная традиция. Все мы на Новый год ждем чудес. Но самое главное чудо в этой жизни – это здоровье, которое уже нигде и не возьмешь, и никогда, в любом возрасте. Конечно, мы всегда переживаем за самых наших юных, маленьких ребятишек, которые болеют. Наше отделение сотрудничает с детским всероссийским центром «Орленок». Как мы им помогаем, так и они оказывают нам внимание, всегда поздравляют нас с Новым годом. Медицина оказывает всего 10% на здоровье. Все остальное – положительные эмоции и здоровый образ жизни. А будешь слушаться в этом году? Да. А помогать будешь? Да. Ай, молодец, умница, держите. Маша Борисова впервые проведет новогоднюю ночь в детском отделении. Целый год девочка готовилась к встрече с Дедом Морозом. Учила стихи и песни. Попав в больницу, уже не надеялась, что увидится с ним. Но чудо все же произошло. Маша решила не упускать шанс и загадала самое заветное желание. Чтобы все было хорошо и никто не болел. И я не болела. Чтобы все родные не ссорились и все было хорошо. Неожиданное появление сказочных героев порадовало всех без исключения. Ведь каждый в праздничные дни ждет чудес, особенно дети. Сегодня никто не ушел без подарков. Кстати, средства на них выделил депутат Законодательного собрания Краснодарского края, генеральный директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус. Огромное спасибо персоналу, организаторам, что устроили для детей такой сюрприз. В принципе, мы не ожидали. Сегодня утром деткам сказали, что приедет Дед Мороз. Они были очень счастливы. Конечно, огромное спасибо за это. Это всегда нужно. И спасибо еще раз. Порцию положительных эмоций и праздничного настроения получили в этом году 44 юных пациента. А это, как уверяют врачи, способствует скорейшему выздоровлению. Анастасия Николаева, Денис Гилев, Владимир Плехов, телеканал «Орленок ТВ».